Приветствую вас. Вам дали уже ответы мои коллеги. Я хотел бы описать проблему так, как вот она видится мне, так как она представляется мне. Для того, чтобы вам пояснить, почему вы не можете заниматься на людях тем, чем спокойно занимаетесь в одиночестве? Значит, во-первых, перебарывать, то есть переступать через себя, ничего не надо. Потому что это, знаете ли, не является сколько-нибудь верной позицией, потому что это вы себя будете таким образом подавлять. Значит, на мой взгляд, основная тонкость заключается в том, что вот вы пишете, кажется, будто он воспримет это как-то неправильно, ведь раньше я этим при нем не занимался. То есть вы, по сути, думаете о том, как воспримет вас другой человек. Вы думаете о том, как вы будете выглядеть в его глазах. Для вас это важно. И вот здесь, Антон, я бы хотел, чтобы вы постарались расставить приоритеты. Либо вы отдаете предпочтение, например, тому, как вы выглядите перед другими людьми, это одно, это один момент, один нюанс. И второй момент, это либо вы занимаетесь тем, что вам интересно, тем, что вам нравится, тем, что вас устраивает, тем, что вас по-настоящему привлекает и так далее. То есть здесь вам нужно определиться, что для вас важнее. Потому что не получится вот так вот вам значит, своему другу угодить, если вы будете думать об этом, если вас будет волновать это. И своими делами заниматься у вас, ну, тоже, к сожалению, не получится. То есть, постарайтесь определить, что для вас важнее. Постарайтесь определить, что вам более приоритетнее. Или заниматься своими делами, или все-таки обращать внимание на то, что подумает ваш друг о вас. Понимаете, если вы думаете о том, если вас волнует, что о вас подумает друг, то получается, что вы ориентируетесь в некотором роде на окружающих людей. А это всегда вследствие определенных процессов. То есть, например, ориентация на то, что подумает о вас другой человек, это вследствие, ну, например, потребности в социальном одобрении. Это стремление занимать определенную социальную роль в обществе. Это желание, может быть, получить одобрение от людей. Это желание чувствовать себя значимым для, опять же, для людей. И вот вам необходимо
в этой ситуации, в этой вот конкретной ситуации, определить для себя, что для вас важнее и почему. То есть, если, например, вы хотите заниматься своей деятельностью, научной, например, то какая вам, по большому счету, разница, что о вас подумает, ну, например, тот же друг? Какая вам разница, что он о вас подумает? Почему вы, например, пишете, что кажется, будто он воспримет это как-то неправильно? Но пусть он воспринимает это так, как он хочет воспринимать. Это его личное дело. Вы сами почему этому уделяете такое вот значение? Вот что главное, вот что имеет принципиальную важность. Потому что получается так, получается, что вы сами не принимаете того, что вы делаете. Вы сами не признаете того факта, что вы делаете что-то важное, что-то ценное и так далее. Вы как бы стыдитесь того, что вы делаете. Ну и вопрос того, что вы стыдитесь этого, если вы действительно этого стыдитесь. Вопрос этого нужно разбирать с вами, потому что если вы стыдитесь, то это серьезно. Если вы стыдитесь того, что вы делаете, это означает, что вы не принимаете себя. Вы не принимаете свои интересы, вы не принимаете свои увлечения. Вы как бы постоянно находитесь конфронтации с собой по этому поводу. И вопрос заключается в том, почему так происходит. Вот я бы прям очень хотел, чтобы вы для себя этот аспект постарались разобрать. Почему вы стыдитесь того, например, что вот вы делаете? Почему вы ориентируетесь на внимание другого человека, на реакцию другого человека? Что это вам непосредственно дает, что это вам непосредственно несет и так далее? Ну вот неправильно человек воспримет, например, то, что вы делаете. Хорошо. Человек неправильно воспринял, что дальше? Вот дальше что? Вы о себе будете думать как-то хуже? Почему? Вот об этом и стоит с вами поговорить. Ну, вот так вот, как это видится мне, по крайней мере. Далее, значит, вы пишете о том, что вот, раньше вы с другом, ну, при друге этим не занимались. Так, подумайте вот о чем. А если друг вас, например, не захочет скажем, принимать вот то, что вы делаете, например, то такой ли он для вас друг? Так ли он вами дорожит? Не ошиблись ли вы в выборе друга? И не потому ли вы стыдитесь и вот не хотите заниматься при нем чем-то? Потому что боитесь того, например, факта, что друг может начать о вас хуже думать. Ну вот, если это так,
то получается, что вы боитесь друга потерять. А это страх. А страх — это всегда не свобода. Ну, я имею в виду с вашей стороны свободу. То есть вы лишаете себя свободы, когда боитесь, когда начинаете бояться. Вот это тоже очень важный момент. То есть здесь нужно разбирать, чего вы боитесь, почему вы боитесь, что заставляет вас бояться, так ли страшно то, чего вы боитесь, ну, для вас, реально. И, собственно говоря, что вы будете делать, если все же это произойдет. То есть, если все-таки случится так, что вот то, чего вы боитесь, наступит. Что вы будете делать тогда? Вот это вот все нужно с вами разбирать. Это называется рационализация страха. Вот. И подавлять это, перебарывать это не нужно. На самом деле надо только, чтобы вы говорили об этом, чтобы вы старались это разобрать, чтобы вы осознавали, что стоит за вашим страхом, и постепенно вы сами будете приходить к выводу о том, как вам нужно как вам нужно выстраивать вот свою линию поведения для того, чтобы не испытывать какого-то дискомфорта. То есть, на мой взгляд, основных причин вашей проблемы две. Первая первая причина — это страхи. То есть вы боитесь. Ну, я не знаю в данном случае точно чего. Вы боитесь, может быть, потерять друга, может быть, остаться одному, может быть, что-то еще. С этим надо тоже работать. И вторая причина — это стыд непринятия того, что вы делаете. И в данном аспекте я думаю, что это тоже очень важный момент, о котором с вами нужно разговаривать, потому что стыд непринятия себя — это достаточно серьезная проблема, которая вот так вот сама по себе не уйдет, а вполне вероятно, что вас она будет беспокоить в дальнейшем все больше и больше и больше. Вот. То есть я вас понимаю хорошо в этой ситуации, вот, понимаю, что научная деятельность — это не то, что как-то вот адекватно воспринимается людьми в нашем обществе. И понимаю, что вам вполне возможно, может, ну, вполне вероятно, вам может тяжело в том плане, что вы боитесь, что вас не поймут. Вот. Но вопрос заключается в том, а нужно ли вам, чтобы вас понимали? То есть, для чего вы это делаете тогда, если вы хотите, чтобы вас поняли, если вы хотите, ну, своего рода признания какого-то. То есть, нужно понять, вам, в первую очередь, для чего вы делаете вот то или иное. Потому что, если вы занимаетесь деятельностью научной, например, для того, чтобы вас оценили, это одно. Если вы занимаетесь научной деятельностью для себя, для того, чтобы привнести в мир что-то новое, это другое. Но тогда от вас требуется довольно-таки серьезное поведение, то есть готовность к тому, что вас не примут.
готовность к тому, что вас просто-напросто будут периодически осуждать за то, что вы делаете. И это, к сожалению, реальность. Если вы к этой реальности не готовы, то я думаю, что имеет смысл вам немножечко подумать о переосмыслении своей деятельности, может быть, занятием чего-то другого. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!